Здравствуйте, меня зовут Александра Шабарина, мне 16 лет, и я являюсь участницей конкурса «Мисс Новочебоксарск-2013». Я учусь в 17-й школе, веду активный образ жизни и занимаюсь танцами более 5 лет. В будущем хочу стать врачом-косметологом и делать этот мир краше. Мечтаю посетить как можно больше красивых уголков нашей необъятной планеты. А девочкам я желаю терпения и удачи. Здравствуйте, в студии Александра Шабарина. По данным Чувашского гидрометеоцентра, 20 февраля нас ожидает облачная с прояснениями погода, небольшой снег, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 75%, температура воздуха ночью минус 11, минус 13, днем минус 5, минус 7, на дорогах местами гололедица. Смотрите «Цифры ТВ» – большой цифровой пакет «Микс» с высоким качеством изображения и звука. Подробности подключения на сайте nktv.info и по телефону 74 59 59.